missione istituzionale commerciale in Russia del sindaco Giuseppe Catania e della sua giunta nei giorni dal 13 dicembre al 16 Новогоднему dicembre лесу, а в павильоне почты 2019. эльфы помогут отправить открытки близким и письма Деду Морозу. Я приехал из Сицилии, из города Мусамелли. Это так здорово, что вокруг все счастливы. Я вижу людей, которые с любовью относятся к своему городу. Я рад, что приехал по делам в предпраздничные дни. Здесь очень чувствуется рождественское настроение. Игры, спектакли и ледовые шоу. В течение фестиваля на всех площадках работают и творческие мастер-классы. Опытные педагоги научат создавать предметы декора. Целый месяц город будет дарить москвичам и гостям. С моими заместителями, Франческо.